Как очистить кожу правильно? Как приготовить скраб из кофе для очищения сухой кожи? Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах, часть из которых вы можете приобрести через интернет. Сегодня решил продолжить серию видео «Как очистить кожу в домашних условиях правильно» и рассказать вам, как приготовить скраб из кофе для очищения сухой кожи. Чтобы правильно приготовить скраб из кофейных зерен в домашних условиях для очищения сухой кожи, нужно сделать правильный выбор, собственно, кофейных зерен. У меня вариантов всего два. И это кофе среднего уровня обжаривания. Пережаренный не подходит, он достаточно много полезных питательных веществ уже потерял. Зеленый также не подходит, он еще не способен отдать то, что нужно изможденной сухой коже. Что мы делаем дальше? Такой скраб вряд ли получится. Кофе нужно измельчить. Как можно мельче. Чем мельче вы измельчите кофе, тем лучший скраб для сухой кожи у вас получится. Но в таком виде тоже кофе еще использовать нельзя. Он достаточно грубый. Поэтому для того, чтобы правильно сделать скраб для очищения сухой кожи, я советую правильно приготовить кофейную гущу. Именно кофейная гуща будет основой для такого скраба для очищения сухой кожи. А вот как приготовить правильно кофейную гущу именно под скраб для сухой кожи, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы приготовить скраб из кофе в домашних условиях, вы берете 2-3 чайных ложки измельченного кофе, 3-4 столовых ложки очищенной воды и томите на медленном огне при постоянном помешивании 5-7 минут. Масса должна быть достаточно густой, с небольшим количеством свободной жидкости. В этом случае кофейная гуща полностью готова. Основа под скраб из кофейной гущи для очищения сухой кожи у вас готова. А вот что делать дальше, вы узнаете прямо сейчас. Когда кофейная гуща остынет, в принципе, уже в таком виде скраб можно использовать, но действие можно сделать более интересным, более разнообразным. Я в начале видео упустил несколько моментов. Выбор сорта кофе. Конечно, содержащая много кофеина робуста, она хорошо тонизирует, но в данном случае больше подойдет более ароматная арабика. Кофеин в поверхности кожи не действует никак. А вот ароматические вещества не только раздражают вкусовые рецепторы языка, но и раздражая кожу, усиливают к ней приток крови. А значит, больше питательных веществ попадет к сухой коже и улучшится ее внешний вид. Более того, если вы присмотритесь, на поверхности лежат небольшие включения. Я использую разные пряные растения при заваривании кофе, и лечебный эффект от такого скраба из кофейной гущи только увеличится. Можно его сделать еще более интересным. Для этого можно добавить обычную соль. Можно каменную, можно морскую соль, можно очищенную соль. Не имеет принципиального значения источник, имеет принципиально присутствие в таком скрабе такого наполнителя. Если мы готовили, вы просмотрели мое видео, как приготовить скраб из кофейной гущи для жирной кожи, там я на такой объем клал примерно равное количество соли, то есть примерно 2 чайных ложки. Для сухой кожи такого количества не нужно. Тут достаточно 1 чайной ложки на такой объем. А дальше мы перемешиваем. Если вы присмотритесь, соль сначала берет на себя воду, и масса такая становится более густой. Но постепенно соль растворится, и мы получим хороший скраб, в котором механическую функцию должны выполнять только измельченные зерна кофе. И только они. Соль должна полностью раствориться. Все кристаллики должны раствориться в воде.
и подтягивать полезные вещества, продолжать из кофе то, что вы не успели сделать при заваривании. И это будет правильно. А содержание жиров, жиры есть в кофе. Если мы использовали, вы правильно заварили кофе, и в этом случае вы получаете много жироподобных веществ, которые будут создавать благоприятные условия на вашей коже, и сухая кожа станет более увлажненной. Небольшое количество соли ее не пересушит через потовые железы, а жиры с растворимыми в жирах веществами прекрасно подпитают кожу. Конечно, вы можете использовать такой скраб в чистом виде. Можете добавить какое-нибудь растительное масло. Принципиально, чтобы это масло было не рафинированным. Иными словами, там должны присутствовать жирорастворимые витамины А, витамин Е, которые дополнительно подпитывать будут кожу и улучшать ее внешний вид. И в этом случае, если вы соблюдаете эти условия, вы понимаете технологически, что на каждом этапе такой скраб для очищения кожи, сухой кожи, из кофейных зерен или из кофейной гущи, он имеет все более и более насыщенное действие. И ваша кожа при регулярном использовании такого скраба будет выглядеть лучше. А значит, и ваша нервная система будет в более спокойном состоянии. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. Привычным подписчикам моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Если вы не подписчик моего канала, подпишитесь. Тогда уведомления о новых видео будут приходить вам в почту. Или хотя бы поместите мой канал в избранное. Тогда иным способом уведомления также придут к вам в почту. И вы узнаете следующие видео, которые я буду выставлять на своем канале. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до новых встреч на моих каналах.